Добавлю ушки. Теперь мне нужно убирать пигмент, перечислять все цветовые пятна, которые я вижу. Оранжевый. Нижнюю челюсть в тени и коричневый, сверху коричневый. Здесь вверх, получается, таким слоями, там проглядывается тень вглубь них. Получается, сейчас как бы избавляюсь от цвета фона, заполняю все цветовыми пятнами. Мордочка у меня получается такая маленькая, не похожая на майку. No.
добиться портретного сходства, это не всегда обязательно. Поэтому мне нравится рисовать животных, то есть они не требуют себе точно копирования. А еще бывает, когда долго рисуешь, и кажется, что все что-то не так, все не получается, и какой-то отдельный участок получается замученный. В этом случае лучше отвлечься, например, от мордочки и перейти на лапки. Пока лапки рисуешь, глаза отдыхают, и когда снова возвращаешься к мордочке, то видно, где что нужно добавить, где что нужно исправить. И все равно отвлечься от мордочки и пройтись по тельцу. Коричневый. Самые темные места, темно-коричневый карандашом. У меня получается такой самый темный ночью. Здесь у меня темное место. И здесь у меня между передней и задней лапкой есть пространство. И там тоже виднеется фон.
свой фон. И получается уже здесь достаточное количество пигментов. Можно немного смахнуть, объединить цвета. Теперь я добираю оставшиеся участки, где у меня не хватает, где проглядывает бумага. И заодно прорисовываю рисунок на шкурке кота. Пушистый мех на хвосте белым мелком. Я штрихи наношу из центра вовне, и штрих переходит на нет. В грудки добавляю, ушки. Получается, я беру мелок и сразу вижу, где можно еще добавить. Теперь такой персиковый бежевый. Штрихи наношу по ходу роста шерстки. Более темный, бежевый. Наношу один цвет на другой. Теперь терракотовый. Такой красно-коричневый. На уголочек достаточно сильно давлю, а вот эти полоски уже легко надавлю на уголочек. Рисую полосы на лапке. Желтенький, наверное, охра больше сюда подойдет. Так. Пигмент стряхиваю лишний. Стряхнула. И теперь уже карандашами. А, нет, сначала тоже немножко смахну, объединю. Так как у нас же мех, он все-таки такой пушистый, мягкий. Пастелью легко это передать, пушистость кота. Вообще, пушистость шкурки. Теперь карандашами уточним детали. Ушки, ребрышко.
хорошо видим. Шерстка ушки штрихами. Я ставлю карандаш, и уходит на нет штрих. Так. В ушке у нас тень. Припыленным коричневым рисую тень. Так. Дальше белым. Носика. Беленькие щечки. На ушах. Теперь коричневый. Подчеркиваю глазки, делаю их выразительными. Носик. Подбородком тень. Где усы растут? Темные. Там обычно такие темные точки. Еще можно с рыженьким совместить. Теперь я начинаю прорисовывать детали. За счет этих небольших деталей я не прописываю каждую волосинку. Я отмечаю самые темные места в шерсти. По направлению шерсти штрихую. Создаю иллюзию меха. При помощи не таких небольших деталей. Здесь у меня темное место, где соединяется хвост, заворачивается тень. Вот благодаря таким небольшим деталям кот оживает. Карандаши я постоянно меняю, что-то увидела, добавляю. Здесь практически лежачим карандашом показываю направление шерстки. Здесь шерстка достаточно такая длинная, поэтому рисую длинными штрихами. Здесь она более короткая. Попробуйте красный, как кажется.
при помощи красного в темных местах. Теперь охра, здесь вот на щечках пушистый мех, его показываем. На мордочке мех более короткий, поэтому короткими штрихами наношу. И продолжаю. Небольшими штришочками показываю шерстку. А штрихи такими стайками. Они не поодиночно. Здесь лапка уходит в тень. Лапка у нас тоже такая объемная. Здесь показываем светлую шерстку. Беленьким. Итак, карандаши я меняю. Увидела где-то цвет, его добавляю. Потому что, например, здесь я увидела, что мне не хватает светлых оттенков, беленького. Добавляю. Лежачим карандашом где-то рисую. Так. Стряхнула крошки. Теперь нам нужно усы нарисовать. Эти щечки, подбородок сделаю поверче. Достаточно. Сильно немножечко и усы. Карандаш должен быть остро заточен, чтобы получились тонкие усики. Усы у кошек в разные стороны торчат. Здесь у меня длинновато получилось, просто
пальцем стираю, и он убирается. Вот такой огненный получается, рыжий. Теперь светло-бежевым рисунок на шкурке кота. Они такие полоски немного желтоватые. Здесь штрихи у меня опять длинные, ворс длинный. Тут резкую границу хочу убрать, чтобы не было прям четкого деления на свет и тень. Что там такой достаточно мягкий переход. Коричневый в складках меха. Полоски еще на лапках у него есть. Охры. Так, и напомню. Я рисую пастельными карандашами фирмы Бранзио. Пастель Talents Art Creations. Мягкая пастель. Мягкая сухая пастель. Теперь светло-бежевым. Thank you.
здесь кот в тени. Вот. Тут тень показать. Объединяю цвета. Ох, прекрасный. Добавляю штришечку. Где-то я еще раз смахиваю, объединяю, чтобы не было такой сильной разрозненности. Объединяю цвета. Ну все, котик готов. Можно пройтись по фону, немножко припылился, да, освежить чуть-чуть и сделать контрастным. И ставим свой автограф. Картину убираем в кальку или под паспорту, вешаем на стенку. Удачного, так, удачи вам в творчестве, у вас все получится.